Среди разновидностей детского творчества аппликация по популярности не уступает лепке и рисованию. Оно и неудивительно. Вырезать детальки из бумаги, приклеивать разные штучки на основу и сразу же любоваться результатами своего волшебного творчества – это так интересно. И особых премудростей для этого осваивать не нужно. А справиться с ножницами или клеем при необходимости поможет и взрослый. Само слово «аппликация» с латинскими корнями и в дословном переводе означает «прикладывание», «присоединение». В названии вся суть этого вида декоративно-прикладного творчества, а именно присоединение деталей и их наложение на фон. Он, как правило, плотнее накладываемых элементов. Последние крепятся к основе с помощью клея, ниток или других цепких материалов. Аппликация напрямую связана с познавательной деятельностью. Она важна и нужна детям по ряду причин. Занятия аппликации развивают у детей аккуратность, усидчивость, вкус. Работа с клеем, бумагой и ножницами, другими материалами для аппликации совершенствует мелкую моторику рук, способствует координации движений. И это самое важное, ведь именно тонкая моторика дошкольника очень важна для развития будущих школьных навыков. На занятиях аппликации ребенок получит представление о геометрических формах, о свойствах различных предметов и способах их взаимодействия друг с другом, узнает чуть больше об окружающем его мире. В своей работе он из нескольких частей собирает целую картину и, наоборот, учится делить целое на составляющие. Он изучит основы композиции, освоит основы колористики, как называются цвета, как они сочетаются друг с другом. Эти занятия потребуют от малыша навыков анализировать, сопоставлять реальные предметы с их образом, а это стимулирует мыслительные процессы у малышей. И, конечно, аппликация – это удивительная возможность развить творческие способности и пробудить фантазию малыша, наблюдательность и воображение. Занятия творчеством помогают установлению тесного контакта между родителями и детьми, ведь в процессе вам придется много общаться, обсуждать, объяснять и анализировать. Это учит детей включаться в диалог, способствует налаживанию и укреплению эмоционального контакта. И, конечно, когда работа закончена, не забудьте похвалить вашего ребенка, ведь он так старался –